6 июня. На первый взгляд энтузиазм отца достиг своего предела, но я начинаю в нем сомневаться. Посреди ночи я увидел его глаза, в которых отражался лунный свет. Его пустой взгляд был устремлен на небо. Если бы не все его истории об Амазонке, которые он рассказывал, я бы решил, что он сожалеет и даже печалится. А может быть, его просто злят насекомые, которые забираются под наши накомарники. Нет места. Ничего не могу взять. Нереально. Больше я не унесу. Нереально. Больше я не унесу. Нет места. Ничего не могу взять.
У меня нет столько места. Нет места. Ничего не могу взять.
Этот кусок полированного серебра вставлен в золотую оправу и инкрустирован бирюзой. По-видимому, это какое-то декоративное зеркало. На его задней стороне искусно вырезано изображение из щель.
В начале XIX века такими приборами измеряли угол между астрономическим телом и горизонтом во время навигации по небесным ориентирам. Здесь какая-то надпись. Моему сыну Джеку. Никогда не теряй из виду горизонт. Нет места. Ничего не могу взять.